прошел специализированный курс для медсестер операционных нейрохирургических отделений. Мы поговорили о методах стерилизации, обработки специализированного нейрохирургического инструментария, видеосистем, а также отработали мануальные навыки сборки-разборки инструментов и моторных систем. Медсестры очень живо интересовались, насколько важно разбирать весь инструментарий или достаточно только его часть. Также мы немножко побыли нейрохирургами, посмотрели, как работает вентрикулоскоп на силиконовой модели. Замечательный курс, мне очень понравилось. И почаще и побольше таких замечательных лекций, курсов ознакомительных. Много информации новой получила. Карслор, спасибо! Очень интересно, познавательно, узнал много нового. Такие курсы очень нужны и важны моим коллегам, чтобы лучше разбираться в своей профессии, пообщаться с коллегами из других стационаров. Все очень здорово было, спасибо большое. Мне очень понравились курсы, потому что доступные достаточно, очень информативные и с практикой. В принципе, даже для нас, опытных сестер, очень-очень полезной информации. Мы много почерпнули дополнительной для себя информации, что в работе обязательно пригодится.